Всем-всем привет! У нас продолжение. Расследуем девятое дело. Наконец-то труп наш вскрыли, все анализы по нему готовы, и давайте начнем. Давайте начнем расследовать дальше. Что там нам скажут? Да, не забывайте подписаться, порекомендовать друзьям, зайти ко мне в плейлисты, еще чуть-чуть посмотреть. Если видео вам нравится, поставьте лайк. Ну это все. А теперь давайте смотреть, что же случилось с трупом. Как вы уже, наверное, догадались, жертва была заживо сожжена при помощи бензина. Под одним из ногтей жертвы нашел следы синей материи, содранной с рубашки нападавшего. А это означает, что убийца носит синюю одежду. И может это и звучит нелепо, но на теле Чада я нашел перхоть, которая не совпадает с его ДНК. А значит, вы ищете убийцу с большим количеством перхоти. Ха-ха! Погоди, ты серьезно? Продолжаем. Так это полмира, может, было быть подозреваемыми. Это полный беспредел, Владимир. Гадюки хотят отомстить за смерть Чада Уикмана. Им все равно, кто при этом пострадает. Владимир, если вам не удастся оторвать задницу этого никчемного Джонса и отправить его по следу убийц, я клянусь, у вас будут проблемы. Я не шучу, капитан. Вы отличный сотрудник, но если вы провалите это дело, я заставлю вас обоих работать под руководством Рамиреса. А теперь идите и передайте это Джонсу. Итак, зачем Кинг хотел вас видеть? Правда? Кинг так и сказал. Джонс, Владимир, некая миссис Кассиди хочет поговорить с вами. Мы сейчас приедем, Рамирес. Погодите секундочку, Владимир. Я думаю, вы должны пойти прочесать место преступления. Я ищу что-то, что могу поджечь бензин, спички, зажигалка. Ну, вы поняли. Мы очень постараемся, Нейтан. Что ж, капитан Владимир, с чего начнем? Роуз или охранный пост? Мы начнем с охранного поста. Тем более тут открылось две новых локации, которые мы еще не видели в прошлой серии. Сегодня посмотрим. Да не просто сегодня, а прямо сейчас посмотрим. Так. А, у нас тут по максималке. Черепаха. Лимон. Пульверизатор, щупа. Это что, след от ботинка я нашел. Дротики. Окурок. А как в прошлый раз мы это все пропустили, скажите мне. Пульверизатор и щупальца. Как мы это могли все в прошлый раз пропустить? Владимир, этот отпечаток ботинка почти не видно, но с другой стороны, Алекс творит чудеса. Может быть, он все же сможет что-то сделать? А что касается этого окурка, давайте сначала изучим его. Вдруг он пригодится на этом. И какого черта здесь делает Биг Бэйби? Так, мы с ним сейчас поговорим. Это хорошо, ладно. Ого-го, как всего много. Но нам сначала нужно... показать здесь. Нужно нам с вами сыграть, потому что мы этого еще не делали. Здесь нужно на время. Ну, собственно, как всегда, собрать все на время. И я, дай бог, вспомнить все. Thank you.
Да, на одном дыхании все прошли без ошибок. Круто. И нам осталось вот это вот. Это тоже еще одна открылась, третья. И тут я даже и не без вас не смотрел, не заходил. Здесь надо найти отличие. Это, конечно, сложновато будет, но... Раз, два, три, одни мячи. Четыре, пять. Вот что значит погулять. Все. А вот теперь пойдемте поговорим. Сначала с лидером гадюк. Не с лидером, а одним из гадюк. Биг Бэйби, это место преступления. Что вы тут делаете? Ищу свои собственные улики, чтобы доказать, что один из черепов убил Чада. Я с детства хотел стать детективом, правда? И что же вас остановило? Я ненавижу копов. И здесь смех за кадром. Ха-ха-ха. Катитесь отсюда, пока мы не дали вам еще один повод, чтобы ненавидеть нас. И я надеюсь, что вы сейчас курите табак, а не что-то другое. Да, банда, которая ненавидит копов и которая так и ходит у нас по пятам. Давайте с тобой поговорим. Почему бы и нет? Мне очень нужно с вами поговорить, капитан Владимир. Перед своей смертью Чад пытался покинуть банду и начать новую жизнь. Он отчаянно искал настоящую работу. Когда я наводила порядок, я нашла это объявление вакансии. Он был им очень заинтересован. Это было в день его смерти. Я в этом уверен, потому что я помню, как он разлил на него кофе. Я надеюсь, это поможет нам найти убийцу до того, как это сделают гадюки. Я хочу, чтобы он столкнулся лицом к лицу с правосудием, а не с насилием. Это объявление может быть отличной зацепкой, но из-за этого пятна от кофе его практически невозможно прочитать. Вы сможете разглядеть номер объявления о найме? Так, отправляем вот этот след на анализ. Дальше. Сначала с окурком давайте разберемся. Но это уже будет означать, что наш преступник курит 100%. Что-то мне кажется, где-то вот здесь будет. Ну серьезно, так близко все было. Отличная работа. Остается надеяться, что эти молекулы, которые мы нашли на сигарете, пригодятся Нейтану. Ну и сейчас посмотрим. Начать. Вон у него работенки. А, не, это ж разные, да, да. Я думаю, все к одному. Пошлите изучать объявление вакансии. Так, дальше Z. Кебзиг Р7Ю. Ну-ка. Великолепная работа. Вы смогли расшифровать номер объявления о найме. Теперь дело за Алексом. Он должен выяснить, к чему это нас приведет. Ну да, исследований тут полно сейчас будет. Прям три, аж три. О, пусть изучает. А что, это его работа. Ну, а нам пока что, собственно, нечего делать больше. Ну, давайте уже хоть чуть-чуть сами поиграемся. Не только расследовать же надо, но и отдохнуть от расследования. Так, ну, мы уже и это время и так уже
предостаточно, чтобы все найти. Ну, наверное, с двух раз мы сейчас эту локацию добьем. Ну, у нас тут прям все шикарно. Было шикарно. У нас как-то с каждым разом все хуже и хуже получается. Нам надо последнее. Ну, думаю, мы это сделаем. С последнего раза мы звездочку закроем. Пойдем. Давай. Ну вот, собственно, мы звездочку еще одну собрали. Это замечательно, это круто. Так, ну, наверное, можно и еще одну собрать. И на этом заканчивать. Пока исследования не пройдут, того, чего мы нашли, записывать тут уже, в принципе, нечего. А вот это вот, кстати, наводит на мысль. А, это есть, господи. Мы здесь... Я здесь уже бывал, но не с вами, а в прошлых расследованиях. Это магазин. Да.
Ни один из подозреваемых в одном из начальных дел, которые я не смог снять по тем причинам, что я их полностью абсолютно все прошел, один из подозреваемых как раз был продавец этого магазина. И тут складывается интересное это. Я, честно сказать, не помню, я больше 3 лет в нее не играл, но такое ощущение, что каким-то образом или макаром вот этот владелец магазина из прошлого расследования причастен и к этому убийству. Как вам? Ну, мы об этом все узнаем в следующей серии. Не забывайте подписаться, порекомендовать друзьям. До новых встреч. До новых расследований. Всем пока.